уважаемые коллеги, начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Василий Владимирович Баскаков, главный тренер команды Томск, готов ответить на ваши вопросы. Ну и по традиции, наверное, первые итоги матча. Начали без должной концентрации, хотя и убеждали, и предупреждали, что начало будет тяжелое. У нас прохладно, попали в жару, поэтому боялись, что поплывем. В принципе, так оно и случилось. Сами себе привезли гол, затем еще несколько опасных атак пропустили. Но все-таки потом собрались и, в общем-то, играли с преимуществом, но кроме подходов, таких острых моментов особенно не было. Молодцы. Молодцы, что не приостановились, молодцы, что до конца старались и бились за результат. Но сегодня, похоже, не наш день. А хозяев с победой. Спасибо. Вопросы, коллеги. Сергей Алексеевич. Вопрос такой. Задача сегодня у вас стоит, выход в стыке или... Я уже какой-то... Потому что пресса писала до этого, что... Да пресса все, что угодно пишет. Я говорю, мы играем от игры к игре. Все, больше ничего. Играем от игры к игре. Сегодня была самая важная игра. Мы уступили по счету. А никто нас не тормозит, официально не тормозит. А какие задачи у нас внутренние, это наше внутреннее дело. Мы это не освещаем, мы это не говорим. Мы играем. Также у вас команда тоже играет от игры к игре. Ну, все, просто